Он подал документы о своем выдвижении на должность губернатора Кубани. Заявку Кондратьева приняла рабочая группа избиркома во главе с председателем Юрием Бурлачко. После подачи документов Вениамину Кондратьеву выдали письменное подтверждение о его выдвижении, а также разрешение на открытие специального избирательного счета для фонда кандидата. Напомню, кандидатуру Кондратьева на пост главы региона выдвинула партия «Единая Россия». За него проголосовало абсолютное большинство участников конференции Краснодарского регионального отделения.